Четвертый год подряд – это уже такой, так сказать, срок, к которому мы можем начать привыкать. Правда? Но пусть этот четвертый раз, он будет снова особенным для всех нас здесь. Пусть Божье благословение, Его рука, Его слово особенно в эти дни коснется каждого из нас. Хор нас призывал, чтобы вся земля и небеса прославляли. Уж мы здесь дети Божьи, венец Его творения, спасенные, покаявшиеся, принявшие Христа, испытавшие Его благодать, Его силу, Его власть, Его всемогущество. Мы уж тем более должны славословить Его, правда? Хорошо, конечно, слушать хор, но самим петь – это еще лучше, правда? И мы сейчас будем заниматься этим, будем прославлять нашего Господа сознательно, восхищаться Его красотой, Его любовью. Будем славить Его в наших песнях, будем славить Его в наших молитвах. Поэтому пока сейчас будем петь песни вместе, готовьте молитвенные слова, прославления для нашего Господа. Я предлагаю встать нам, и мы это будем делать стоя, и будем свободны, чтобы, так сказать, кто устал, кому тяжело, можно сесть, кто захочет вдруг встать на колени, молиться, пока все поют, можете это делать, никто друг друга осуждать не будет, у нас нету такой формы определенной здесь. Поэтому свободно мы прославляем нашего Господа, и то, что мы делаем это стоя, мы выражаем это почтение Ему особое сейчас, и мы будем сейчас петь вместе, прославлять нашего Господа, эту песню с этим призывом, чтобы Бог был здесь, чтобы Он присутствовал здесь, чтобы Он пришел. Мы настроим наши сердца на ожидание Его прикосновения, Его присутствия. Ты Бог на небесах, Ты Искупитель наш. Пожалуйста. «Да смирится народ мой, который минуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба,
и прощу грехи их, и исцелю землю их, ибо вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Это о вас, братья и сестры. Вы род избранный, царственное священство, народ святой. И мы здесь прославляем нашего Господа. Мы одно тело, и у нас один Господь. Мы поем эту песню во славу нашего Господа. Нашего Господа. Слава Богу, сотворившему все. Слава Иисусу Христу, спасшему нас. Слава Духу Святому. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Сейчас, пожалуйста, Владимир продолжит. Братья и сестры, у нас на нашем конгрессе есть гости, и я хочу сюда пригласить главу Шараповского села, Шараповского поселения Александра Александровича. Он хочет поприветствовать нас, поэтому, пожалуйста, Александр Александрович, проходите. Уважаемые гости, я приветствую вас на Шараповской земле. В нашем государстве комфортно себя чувствуют все конфессии,
все вероисповедания от православной, католической, мусульманской, иудейской. В этом ряду достойное место занимает евангельская, христианская, баптистская, которые проявляют заботу о ближних, помогают оступившимся людям, организуют детские лагеря отдыха, на территории которого проходит ваше высокое собрание. Являясь представителем власти, выражаю твердое убеждение, что наше сотрудничество с местной общиной будет дальше развиваться. Желаю успешной работы Конгресса, а каждому в отдельности здоровья и благополучия. Спасибо большое. Также хочу сказать, что сегодня погода, наверное, и Бог сам показал нам, что очистил, скажем, природу, землю и воздух, вот, чтобы мы провели здесь конгресс достойно и с чистой душой. Слава Господу! Спасибо. Спасибо вам большое. У нас, братья и сестры, есть гость один, он пастор церкви, его зовут Пхагва Сурен. Это миссионер из Монголии, которого мы поддерживаем уже долгое время. Я хочу его сюда пригласить. И он тоже поприветствует нас, скажет несколько слов, пожелания нам всем. Пожалуйста, проходите. Святое благословение от Йона. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Пусть прославится наш всемогущий Бог. Пусть прославится наш Господь Иисус Христос. Я во благе Господа сегодня стою и говорю перед вами. Пусть все колено будут трясти, пусть все головы будут перед ними кляняться, перед Господом Иисусом Христом. Да прибудет мир и покой нашего Господа Иисуса Христа над вами, над вашими семьями, над людьми, которыми вы приведете к Нему во веки веков. Я приехал из Монголии. Я знаю и чувствую, что вы молились за меня, за мою семью, за мою церковь больше 6 лет, может быть, еще и больше. Нашу церковь называют тоже молитвенный дом. Я очень благодарен и взял очень много благословений 6 лет спустя, когда стоял так перед вами. Через нашу церковь и через наши дочерние церкви много людей приходят к Иисусу Христу и все славят Бога Иисуса Христа. Маргаш вас тана пастор Андре на тот нек 5 минут. Если ваш епископ даст нам времени, то мы будем рады познакомить вас с нашими церквями, с нашими дочерними церквями через PowerPoint. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Спасибо, спасибо. Да, будет еще время, когда Пхагва Сурен сможет рассказать о том, что происходит в Монголии. Есть у нас еще один брат, гость. Но он уже, наверное, не гость, потому что он часто к нам приезжает. Он организовал здесь служение среди семей.
несмотря ни на что. И поэтому я хочу пригласить его сюда, Вилли Дик, пожалуйста, проходи. Тоже слова приветствия. Очень рад быть с вами. Первый раз на конгрессе. Слава Богу, что такое служение здесь проходит. Буквально одну мысль, которую я всем пожелаю. Когда Иисус воскрес из мертвых, ученики, закрывшись в доме, общались, были в страхе в определенном. И вдруг Иисус появляется и говорит им буквально два слова. «Мир вам». Во все закрытые дома, во все закрытые сердца я пожелаю, чтобы сегодня, завтра, послезавтра каждый из нас, кто переживает определенные трудности, у кого есть определенные проблемы, неразрешенные, у кого нет еще того мира полного сердца, чтобы они услышали слова Иисуса непосредственно, лично каждому. «Мир тебе». Я думаю, тогда для каждого из нас и конгресс будет большущим благословением. Пусть нас всех Бог благословит. Аминь. Аминь. Спасибо. Еще есть у нас один гость, наш брат Рувим Степанович. Он главный миссионер, наверное, здесь в России. Если вы желаете стать миссионером, вы можете к нему подойти. Он знает очень много дальних мест, куда можно поехать и послужить Господу. Пожалуйста. Мир вам, братья и сестры. На самом деле не только дальние места нуждаются в Евангелии. Наши соседи, наши знакомые, наши коллеги на работе тоже еще не знают. Поэтому благовестие начинается на лестничной площадке. И твоя миссия будет безуспешна, если ты не любишь своих ближних. Поэтому прежде всего я хотел бы передать вам сердечный привет от Алексея Васильевича Смирнова, председателя нашего братства. Он передавал привет, и я спрашиваю, что сказать братьям и сестрам. Он говорит, ну они же знают. За что Иисус Христос умер? Для чего Он умер? Чтобы мы жили преображенной жизнью. И если мы знаем, для чего Он умер, то чем мы сегодня заняты? Это можно ответить самому себе. Но если мы хотим исполнить волю Божию, Он будет выходить нам навстречу. Удивительный девиз вы взяли для своего конгресса. Удивительный, потому что не каждый это помнит, не каждый это замечает, за этим наблюдает. Во власти Всевышнего. И я сразу вспомнил слова из книги Екклесиаста. Не во власти человека, чтобы есть и пить, и насыщаться, да? Так написано. И в то же время, кажется, не во власти человека. И он говорит даже, я видел, что это от руки Божьей. И Бог, вот при всем своем величии, покорил себя нам. Знаете почему? Потому что апостол Павел говорит, Он не бессилен для вас, но Он силен где? Он силен в вас. Братья и сестры, я надеюсь, что за эти дни, когда мы будем слушать и размышлять, мы будем искать Божьего присутствия, мы будем искать Его благословения, но мы должны видеть, в нашей жизни Он проявляет себя, Он реализовывает себя только тогда, когда мы себя покоряем Ему, и Он тогда проявляет это могущество. Потому что сегодняшние реп-центры, сегодняшняя забота и участие в чужих судьбах – это Его результат. Это не наше преимущество, это не наша вот способность, это всего лишь Его милость, которую Он обновляет, наполняет и покоряет, когда мы открыты Ему. Я от души благодарен вам за ваши молитвы. Когда вы молились, вы помните события, уже, кажется, не помнишь, сколько лет, 2 или 3 года прошло. Но, по крайней мере, сегодня я благодарен Господу за то, что могу продолжать служение, могу бывать в тех коридорах, куда, в общем-то, если с улицы зайдешь с Евангелием, тебя не пустят. А сегодня, когда я прихожу и приношу туда Евангелие, отказать не могут, потому что сами позвали. Я их не искал. И когда сейчас мы беседуем и общаемся, люди благодарят. Я надеюсь, что некоторые из них будут и молиться. Потому что Слово Божие напрасно Богу не возвращается. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Спасибо большое. Наш конгресс называется «Во всевласти Всевышнего». И мы будем сегодня говорить о том, что это значит. Что значит, когда моя жизнь во всевласти Божьем? Что значит, когда я полностью подчинен моему Господу? И я хочу сюда пригласить Сипко Сергея Юрьевича. Он будет предоставлять этот семинар, будет нам рассказывать, что это значит. Поэтому, пожалуйста.